То, что я говорил об универсализме в школе, относится на самом деле к универсализму в университетах. Вот имею честь заявить, что мы, по-моему, сделали невиданное в практике страны, и думаю, что не только нашей страны. Мы с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого открываем зеркальные лаборатории с Алексеем Ивановичем Боровковым. Наш ученый совет принял решение открыть в Московском государственном университете на экономическом факультете лабораторию цифровых технологий во главе с Алексеем Ивановичем Боровковым, а Алексей Иванович позвал меня возглавить такую лабораторию про экономические, естественно, исследования и интерпретации в питерском политехе. Технологический инженерный университет и классический университет делают совместную дугу. Это что? Это абсолютная дичь с точки зрения того, к чему мы привыкли. И, на мой взгляд, это очень неплохо с точки зрения того, что будет. Да, Алексей Иванович?